Привет, ты находишься на канале Check It Out, меня зовут Альтер, а это реакция на клип Энди Панда Root Mantras, грубые мантры. Именно на эту песню решил он, эту песню он решил экранизировать, визуализировать. Давайте заценим, посмотрим, что у него, у них получилось. Это грубые мантры. Мне кажется, он Медет Шаяхметов, если прикольно. Любой дурак сможет сбивать тебя с идеей. Оставайся стойким. Ты мне не прагма. И вся проблема в том, что твой успех забить этот бездомный карма. Где твоя карма, кипачишь? Узри мой опыт и скажи мне, кто из нас в развитии завис. Это лишь факты, но вам не все равно, поэтому я клал ваши понятки. Это грубые мантры, нам с тобой не по пути, глупые траплы. Прикольно, прикольно. Это грубые мантры, мои будни нечисты и скручены в планты. Это грубые мантры, нам с тобой не по пути, глупые траплы. Это грубые мантры, мои будни нечисты и скручены в планты. Не замечаю. Хорошая операторская работа. Ну, клево сделано, клево. Особенно вот эта анимация. Все это очень сложно. Ну, хотя нет, наверное, если это же все видео изначально, потом превратили в рисунок. А, прикольно, и вот тебе, пожалуйста, обложечка. Хорош вообще. Ну, как бы ничего такого сверхъестественного, но все равно прикольно. Нам типа показали бэкстейдж. Да, неплохо. Немножко похожее было в песне мультибрендовый T-Fest из обложки появился в видео, типа. Сначала была обложка, а потом типа, видео. Ну, вы поняли. Так, сочетание звуков, частоты, с которой резонирует тело и ритм, мантры приводит к измененному состоянию сознания. Вот я хотел как раз таки сказать про состояние. Мне кажется, неспроста выбрал он эту песню. Мне кажется, она как-то ему более близка. Я, конечно же, возможно, ошибаюсь. Но почему-то вот, как-то мне вот так вот показалось, я не знаю. Я повторюсь, хорошая операторская работа. Вот оператор-постановщик Виталий Зайцев. Респект. Очень круто. Ну, мне зашло. И тут стедикам, анимация, вот. Anyports. Тоже вообще очень круто, ребят. Молодцы. Ну и все, пожалуй, на этом. Спасибо. Все-то. Пишите вы в комментарии, как вам клип вообще. И ваше предположение, почему именно эта песня была выбрана. Вот. Все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out.